Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах президента России. О готовности идти на четвертый срок он объявил на встрече с работниками завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Ранее, 6 декабря, Путин посетил форум «Доброволец России-2017», где его также просили объявить о своем участии в выборах президента 2018 года. Однако, тогда российский лидер лишь пообещал, что сделает это в ближайшее время. Перед тем, как пообещать это, Путин спросил у волонтеров, поддержат ли те его кандидатуру. В ответ он получил многоголосое «да». А на встрече с работниками завода «ГАЗ» действующий президент уже не задавал вопросов. Работники сами сказали, что поддержат его в грядущей предвыборной гонке, если он будет участвовать. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, к предприятию, к городу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится. Благодарю вас. Я считаю, что это неплохо, так как он все-таки такая личность, которая может поддержать нашу страну и является таким авторитетом, тяжеловесом для Запада. Так что я считаю, это хорошо. Я думаю, что другого пока нет кандидатуры лучше. Все-таки он, мне кажется, много значит для нас, для россиян, также и для нашей Якутии. Ну вот реально все, что сделал в России, это все Путин. Ну я думаю, то, что Путин должен быть президентом дальше.